Всем здорова, чуваки, с вами Джел, и сегодня со мной Сантер, мы находимся в GTA 5 Online с новой рубрикой «Битва коробок». Всем привет, ребята! Короче, суть этой рубрики заключается в том, что у нас есть 5 уровней, на каждом уровне есть по 3 коробки. Один из нас должен прятаться, а другой его искать. Нам дается каждому по миллиону, это наш бюджет. И если нас сбивают, нас находят среди этих коробок, то у нас отнимается 200 тысяч долларов. И по окончанию этих 5 уровней, сколько у нас остается денег, на ту сумму мы покупаем сегодня машинку. Ну что, ребят, желаю вам приятного просмотра, ставьте лайки, если еще не поставили, а мы начинаем! Ну что, я предлагаю сейчас решить, кто из нас будет первым прятаться, а кто будет искать. Короче, проигравший будет прятаться, и решим это все на камень, ножницы, бумага. Сань, пиши, короче, я тоже давай. Пишу. Так. Т-т-т. Ой, я не написал, готов. Подожди, все, написал. Готов? Раз, да. два, три. Камень, ножницы, я побеждаю, поэтому ты прячешься. Окей, ты прячешься. Куда ты тачку взял? Нет. А, я прячусь? А. Да, ты проиграл, ты прячешься, так, а я тебя буду сбивать. Каска есть, все, на месте. Каска я есть. Пошел прятаться. Все, да, я сажусь. Так, я отвернулся, да-да-да, все, отвернулся. Сейчас пока в тачку сяду в оранжевую. Ты так, сегодня так, на синий, так. Я на оранжевый. Ты спрятался? Вернулся? Да-да-да. Все, я спрятался. А, погоди, нет, нет, не спрятался. Окей, окей, я пока отвернулся, так, все. Все, могу? Все, я спрятался, да, давай. Та-дам! И вы посмотрите, просто это нереально вычислить. Ну, мне, если честно, кажется, ты находишься с правой стороны, поэтому я поеду справа и... Нет! Бада-бум! Минус 200 тысяч, и у Сани остается 800 тысяч долларов. Давай, Сань, прячься и скажешь, когда можно мне ехать к следующим коробкам. Так, я спрятался. Спрятался, но я выезжаю, слушай. И мне кажется, ты спрятался посередине. Либо опять справа спрятался. Ладно, я поеду посередине. Надеюсь, моя интуиция не врет. И тебя нету, ты справа спрятался опять. Да. Я понял, сохранил 200 тысяч. И окей, у тебя 800 тысяч до сих пор остается. Давай, давай, я жду. Все, я спрятался. Серьезно? Так, раз, два, три, я выезжаю и... Ты спрятался посередине, 100%, так что да, я еду посередине. Опять справа, да? Да. Где? Да ё-моё, я так и знал. Жесть, 800 тысяч, слушай, тебе везет, везет, слушай, дуришь мне. Так, так, так. Давай, спрятался? Все, я спрятался. И ты спрятался, я сразу скажу, где, и ты слева спрятался. Да, капец, я тебя катапультировал. Сразу на следующий уровень. 600 тысяч у тебя. 600 тысяч, да? Да, и остался последний уровень, на котором ты должен сохранить все свои денежки. Ты готов? Раз, два, три, я еду, слушай. И мне кажется, ты спрятался опять слева, поэтому я поеду налево в левый гамбургер. Здорово. Бам! Ах ты какой, слушай. Ладно, окей, у тебя 600 тысяч, а теперь пришла моя очередь прятаться. Ну что, ребят, переходим тогда к моим пряткам. Ну что, ребят, теперь прячусь я, и мы находимся опять на первом уровне. Сань, ты отвернулся? Я, да. У меня бюджет миллион долларов, и я должен выбрать какую-нибудь коробочку. Так, я выберу вот эту коробку, мне она, в принципе, нравится. Надеюсь, ты меня не найдешь. Давай, я готов, все. Все, поехали. Так, ну я сразу... Ребят, короче, я нахожусь ты вот не тут. Не по центру. Не смотри. По центру? А ты тихо смотри, там смотри, не смотри, езди, смотри. Аккуратно, там смотри. Можешь меня а, проглядеть. Напугался? Проглядел меня, нет? Не да знаю, ты нет. Меня увидел стопудов. Не, братан. Ну ладно, 800 тысяч у меня остается, 200 тысяч ты меня отнял. Воу-воу-воу, дай мне на следующий уровень перейти. Так, все, ну давай. Ладно, минус одна жизнь у меня, так сказать, и я прячусь во втором уровне. Так, я спрячусь вот в эту бомбочку, потому что она мне больше всех нравится. Давай, Саня, я готов. Все, мне можно ехать? Да, да, тебе можно ехать. Мне почему-то кажется, что ты вот здесь. Нет, ой, нет а я тут не проехал. Тут, все, я посередине. Конечно, конечно. Я хотел по центру проехать, я слишком сильно разогнался. Нет, 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 все, так, я, так, ладно. Давайте теперь так. Я вот в эту спрячусь тогда. Все, о, тихо, я, нет, спрятался? Тихо, нет, 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 я не спрятался. У меня башку видно. Во, все, башку не видно, все нормально, я все присел, давай. И я готов, у меня 800 тысяч долларов, и давай, а, сможешь ли ты напугался? 200 тысяч отобрать у меня? А где напугался? Ты? Я тебя вообще не вижу, ты вообще приехал на этот уровень? Напугался? Очень напугался, можешь так не пугать меня? Давай выбирай, Сань, уже третий по счету эту свою коробку. Напугался? Да хватит, Сань, у меня это уже страшно. А, вот здесь? Да-да-да, мне страшно. Блин, реально, я думал это. Ты спалился. 600 тысяч долларов уже наравне с тобой, и мне остается 2 уровня. Сможешь ли ты найти, где я нахожусь? Ребят, я спрячусь вот в этом уровне. О, спрятался? Тихо. Нет. Тихо. Присесть. Во, все, я... Спрятался? Нет. Нет, 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 нет. А теперь спрятался, и у меня осталось 600 тысяч долларов, так, я напомню. Ты либо и справа, давай, либо да, по я центру, на... Я поеду я... по центру. Ты опять меня угадал, 400 тысяч долларов. Капец, ты у меня остались. Я офигеюсь, ты меня сейчас угадаешь, у меня останется 200 тысяч, ты прикинь, 200 тысяч.
Так, ну, судя по логике, у меня есть одна догадка, где-то есть. Все, я спрятался, давай, угадаешь ты или нет. Я чисто знаю, рандомно прячусь, ты. Давай. 200 тысяч, я офигею, братан, с меня 200 ты не тысяч рандомно останется. Прячешь, у тебя есть закономерность. Закономерность? Да, ты спрятался, ты ни разу не спрятался справа. Ну? Слева, справа, слева, справа, слева, ой, слева, справа. И теперь я спрятался справа, логично, лево, давай. Центр, лево, центр, центр, право. Да, все, давай, так что быстрее выбирай, чтобы у меня осталось 400 тысяч долларов моих. Ты слева. Нет, я не слева, Саня, только... справа. Нет, я не справа. А, да, я справа. А, ну ладно. Давай, Саня, едь поехал. Направо, направо, и у меня остается, блин, 200 тысяч долларов. Ты серьезно? Ты мне сказал правду? Я думал, ты... Да я хотел тебя забайтить, капец. Ладно, выберу сегодня тачку за 200 тысяч долларов и посмотрим. А у тебя целых 600 тысяч, у тебя большой выбор. Офигеть, дверка сама открылась. Ну что, переходим тогда в магазин и покупаем машинки. Ну что, ребят, перешел я в магазин Legendary Motorsport, и давайте выберем. Отсортируем по цене тачку, и какая тачка может влиться в бюджет, так, не то самые дорогие, в бюджет до 200 тысяч долларов. Так, 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 что тут есть хорошенько? Смотрите, какие есть корветы, это корвет же, да, нет? Вот Aston Martin 145, о, по скидкам теперь Land Rover продается, ничего себе. Смотрите, Lotus, кстати, неплохо стоит, 150 тысяч, может за 50 тысяч будет его докачать, так сказать. Ну-ка, а по цене, по скорости как он? Так, 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 4,4,5, окей, запоминаем. В принципе, скорость неплохая, давайте посмотрим, следующая тачка будет, ничего себе, 155, так, 4,4,5. Во, у него 4,4, ну такое, если честно, такое. Ну и похоже, что одна из самых быстрых тачек это вот этот вот Lotus. Теперь давайте выберем, какой, желтый кабриолет, либо вот такой зелененький с крышей, так сказать, полноценный. Ну я хочу кабриолет сегодня купить, так что давайте его купим. Желтенький цвет, почему бы и нет, давайте тогда закажем, он самый мощный пока что является. Офисный гараж, 3 уровень. Ну все, я тогда еду к себе в офис и забираю тачку. Ну что, ребят, экспресс-тюнинг сейчас будет, потому что у меня всего лишь... Кстати, неплохая цена у меня. А, нет, ну такая, так себе, 50 тысяч долларов. Это не так уж и много. Давайте его как-нибудь протюнингуем тогда на 50 тысяч. Главное, это двигатель. Самое главное, двигатель нам прокачать на этой тачке. И тогда она поедет более-менее быстро. Так, 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 броню ставить не будем, тормоза не будем, тормоза, зачем нам тормоза, действительно. Так, двигатель, первым делом, 33 тысячи, вы серьезно? Окей, ладно, у нас остается, да, 17 тысяч теперь, 17 тысяч, и за 17 тысяч, что можно за 17 тысяч купить, давайте посмотрим. Подвеска вообще не влияет никак, и влияет, что может влиять, турбонаддув может влиять, конечно. Турбонаддув, где турбонаддув? А турбонаддува нет, потому что это электромобиль, конечно. Так, окраска крыши, фары, так, что можно еще прокачать? Двигатель только и все? Серьезно? 17 тысяч некуда потратить. Ладно, ладно, сделаем колеса какие-нибудь красивые. Спорт. Поставлю свои любименькие колесики. Вот они, вот эти, конечно же. И теперь давайте бесплатно их... А сколько они стоили? Стоп, сколько они стоили? Я даже не посмотрел. Сколько они? 9380. Окей, блин. Ничего себе, так-то нормально. 7 тысяч у меня осталось, можно сказать. И покрасим их, конечно, давайте в какой-нибудь фиолетовый. Почему бы и нет? Давайте фиолетовый цвет такой. Прикольный, довольно-таки нравится мне цвет. И сделаем их, давайте, цвета тоже фиолетового. Почему бы и нет? Окраска, основной цвет, металл, перла... Ой, какой металл, подождите, металлик. И вот он, фиолетовый цвет. Ярко-пурпу. Вау, ничего себе, вот этот капот выделяется, конечно. Ну, дает. Так, давайте желтый тогда сделаем переливающийся цвет. Желтый, 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 ты где? Вот он, обалденный желтый, покупаем его. И сделаем сейчас капотик, конечно же, таким же. Тачка теперь выглядит вот такой. Фиолетовый, переливающийся в желтый цвет. И диски решил тоже перекрасить все-таки в желтый цвет. Давайте их покупим как раз. И вот так теперь выглядит тачка. Что можно купить на наши оставшиеся 7 тысяч? Так, 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 спойлер. Ну-ка, какой спойлер? О, за 7 тысяч как раз мы его сейчас купим. И давайте примерим. Вот так все. Тюнинг у нас вышел в ноль. И давайте встретимся теперь с Сантером. Посмотрим, как он затюнинговал тачку за бешеный бюджет. 600 тысяч долларов, который он сегодня, так сказать, заслужил. Потому что его интуиция не подвела. Он меня все разы нашел, а вот меня интуиция подвела, так сказать. Ну ладно, все, я тогда встречаюсь. Усмотрим тачки, устраиваем гонки и всякие испытания. Ну что, ребят, погнали. Ребят, приехал в такое красивое место. Смотрите, как она выглядит на солнце. О, Саня, Саня, у нихрена себе. Вот здорово. Это махина. Слушай, ну я даже не знаю. Посмотри на мою пусечку и тачку. Lotus, электромобиль такой, знаешь. И у тебя прикольно. Просто огромная спортивная Lamborghini. Сколько она стоила, да. Сань? 240 тысяч, а тюнинг стоил около 320-380. Офигеть, у меня тюнинг, знаешь, сколько стоил? 50 тысяч, а тачка стоила 150 тысяч.
Вот и мои 200 тысяч, так сказать. Смотри, покрасил в такой фиолетовый цвет. Диски тоже покрасил в оранжевый цвет, потому что она переливается из фиолетового в оранжевый. Сделал спойлер за 7 тысяч оставшиеся. И двигатель прокачал на максимум. В принципе, вот весь мой тюнинг. Но у тебя там, я не знаю, если ты перечислять будешь, что ты там за 200 тысяч затюнинговал, то это просто ночь уже начнется. Ну что, я предлагаю так, внешний вид оцениваем. Так, ребят, пишите в комментариях, смотрите. Джел или Сандер, чья тачка лучше вам нравится? Вот моя милипусечка, либо вот такая спорткар, такой офигенный гиперкар. Это спорткар или гиперкар, слушай? Это, братан, спорткар. Это спорткар, да, либо спорткар Сандер, такой синий. Он ли синий цвет? Ну что, ребят, пишите в комментариях, посмотрим, чья тачка будет короче по стилю, а мы сейчас проверим их в гонке, так сказать, а или в драге даже. Ну что, Сань, поехали в аэропорт, тогда протестим их в драге. Куда за лесками в салон? Я тебя сейчас прокачу, смотри. Здорово, погнали! Паук! Где паук? Все, ты его убил, надеюсь, погнали в аэропорт. Ребят, мы встали на взлетно-посадочную полосу, так сказать, и сейчас мы тоже будем взлетать уже, только в драге. Итак, готов? Давай да. С бустом, совсем что можно. Там тормоз зажимай, все, что давай. Хочешь. Если нитро есть, используй нитро. И сейчас на счет 3 мы стартуем. 1, 2, 3, а погнали! А ты что стоишь-то? Во, нифига, электромобиль-то нормально так рванул, прикинь. Я что-то отжал. У него ускорение, кстати, очень большое, а вот скорость маленькая. Ну, ускорение, потому что я двигатель... Подожди, это серьезно? Это твоя максималка? Нет, я еще разгоняюсь. В смысле ты разгоняешься? Смотри, как я улетел. Я вижу. Это, знаешь, это как Тесла, она, знаешь, как с места рвет. Это офигеть. Это слушай, это мне нравится. Тебе надо было тоже такую милипуську покупать, и я 1 балл уже зарабатываю если в драге. Если что, это Лотос, а как бы да. Тесла пошла из-за Лотоса, типа. Первая, ну, вот, машина, вот. Первая машина Лотоса вообще была электромобиль. Слушай, электротяга, я видел, да. Какая просто и взлетел, потом как самолет. Я технологии у Лотоса, и Родстер, первый Родстер, похож очень на Лотос, и вот, типа. Кстати, да, это я знаю. Ну что, тогда их уже в этом проверим, в гонке, потому что в гонке решает, что скилл. Ну все, погнали. Ребят, 3 секунды до гонки, и мы сегодня стартуем до пристани, до пляжа. Поехали. Воу-воу-воу. Смотри, так, стартую едем, быстрее, едем стартую радару, быстрее. Да-да-да. Блин, ну у меня просто самолет какой-то электрический, ну, братан, ты посмотри. Я еще выбирал сегодня, знаешь, думаю, блин, ну придется машину такой на электричестве купить, думаю, ну придется проиграть тебе, а смотри, я выигрываю. Ну я тебе знаешь, что скажу, у меня тачка типа очень крутая по внешке. По внешке, да, ну посмотрим, как ребята оценят в комментариях, только по-честному. Так. Там жопа такая лютейшая, просто же, если смотрю и засматриваюсь. А я не могу смотреть, блин, вот ты мне не хочешь показывать, да? Занесло меня, прикинь! Я через машину перекувыркнулся, что ли? Перекувыркался. Вот так вот ты сделал. Ничего себе, смотри, я тут шашкую вообще слева направо, справа налево. Вообще уворачиваюсь от всех тачек. Просто у него управляемость бешеная у моей тачки. Только ее заносит частенько. Уже второй раз чуть не развернула, прикинь. У меня вообще все норм, у меня прям вообще что-то. А у тебя полный привод или задний? Задний. А я вот не пойму, у меня как будто она когда шлифует, ну на повороте в дрифт заходит такой. Как будто полный привод, а стартовал вроде задний. Так что надо будет потом посмотреть, проверить. Но я сейчас походу заработаю еще 1 балл на своей милипуське. Но она легкая, маленькая, и поэтому электричество вытягивает вот такую скорость, знаешь. Так, аккуратно, направо, направо. Я это... Есть все. Да, что ты? Я потихоньку догоняю. Я, кстати, любил на Лотосе, знаешь, еще где гонять? В NFS Most Wanted. Я помню, там покупал и прокачивал. Ничего себе, там столбы сбиваешь, все, мне страшно. Догоняет меня, смотри. Ну, тут уже прямая, в драге я тебя выигрываю, как ты знаешь, да? Все, люди, бип-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 бип. Ой, одного сбил случайно. Сорян, чувачок. Все, первое место, 1 балл есть. Ну что, переходим к последнему испытанию. Это толкучка. Толкучка будет у нас сегодня на воде. Ребят, переместились мы на авианосец, и здесь мы должны толкаться. Кто кого перетолкает воду, у нас будет 3 раунда, каждый раунд по 1 баллу. Сейчас я напомню счет 2-0, я побеждаю. Ну что, Сань, ты готов? Да. 3 секунды, засекаю. 1, 2, 3, погнали, сейчас посмотрим, кто кого перетолкает. Ты на своей ламбе мощный, либо... Фига, я уже отлетел назад, ничего себе. Это да, тихо. Я должен хотя бы... Во, у меня все-таки задний привод, да, шлифует, конечно, у меня жестко. Тоже, у меня тоже задний. На-на-на-на, а ты куда? О, ты даже дым синий поставился. Да, на тебе, вообще тебя почти не оттолкнул, ты видел? Так, я от тебя поеду, слушай, зато я от тебя могу уезжать на своей машинке маленькой. Так, она Юрка такая, уи-уи-уи, и все, в принципе, победить тебя довольно-таки будет, обдурить можно. Силой я тебя не возьму, а вот ловкостью может быть. Вот так, а ну иди сюда, куда ты пошел? На тебе! Да хватит меня толкать, ты меня, кажется, перетолкаешь сейчас. Ты это какой-то слишком... Какой? Ты какой слишком я? Легкий.
Ты, у тебя тачка мощнее. Мощнее, знаю, кстати, да, у меня, я не знаю, электричество лучше или двигатель, так сказать, бензиновый. Сегодня в белом танце кружимся. Наверное, мы с тобой подружимся. Ну-ка, иди сюда, на, вот сейчас как тебе подружусь, вот, минус, Сандер, ты там снизу покатайся, ладно, окей, ты там нормально. Ой-ой-ой, тихо-тихо, чуть не упал, и один балл еще зарабатываю я. Еще тоже 3-0, мы переходим ко второму раунду. Ребят, второй раунд начался, Сань, погнали. Ну что, проверим, кто сейчас выиграет. О, она, кстати, нормально рулится, я сейчас слева направо так перекачиваюсь. Опа, здорово. Нормально. Так, сейчас, главное не дрифтить, а то шлифует. Капец как, что это такое было? Ты сзади подъехал? Тихо! Уу! Чуть, прикинь, не проглядел, на тебя обернулся. Так, нет, стой, я тебя обдурю. Обдурю! Нет, не обдурил, ладно. Ладно, один раунд за тобой и один балл у тебя теперь в кармане. А мы берем к третьему решающему раунду. Ну, какой мы решаем? Тут уже все понятно. К последнему раунду, так сказать. Третий раунд, дорогие друзья, и посмотрим, сможет ли Саня заработать еще один балл. Раз, два, три, погнали! Так, так. О, нифига себе, я так разгоняюсь, капец. Здорово. Я сразу... Ой, хотел справа объехать, потом хотел слева тебя объехать, в итоге вообще врезался посередине. А так, ты тут... быстро? Подожди, тут ракеты, тихо. Я буду за ракетами прятаться, чтобы ты ко мне не ехал. О, нет, я в воду улетел. Ты там остался. Да, ну, слушай, раз ты там остался, то заслуженный балл ты получаешь все-таки. И счет у нас 3-2, победил и я, Саня. А ты занял второе место, ну ничего страшного. Посмотрим еще, кто займет первое место по дизайну, так сказать. Нет. Кто? Посмотрим, кто еще займет... Посмотрим, кто еще займет за тюнинг первое место, потому что зрители сегодня решат этот вопрос. Ну а по окончании видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. А если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что, ребят, на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось оно, то поставьте, пожалуйста, лайк, нам безумно будет приятно. И напишите комментарий, чья тачка вам понравилась больше. А я напомню, что сегодня со мной играл Сандер, потому что ссылка на его канал будет в описании. Переходите, подписывайтесь, чувак крутой. Ну что, с вами был Джел, Сандер, всем огромное спасибо за просмотр, спасибо за то, что вы ставите лайки, нам очень приятно. Всем спасибо, всем пока. Всем пока, ребята.